Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Всем привет, с вами Денис на канале DieGame, и мы продолжаем играть в Village Resident Evil 8, друзья. Так, у нас загорелся проход, и впереди у нас Хейзенберг, последний из четырех хранителей, так сказать. Финальный босс, скорее всего. Ну, еще Матерь есть. Матерь это уже прям совсем финал. Так, что тут происходит? Что происходит? О, замок красивый. Какой красивый замок, блин. Так, ладно, погнали. Что-то происходит. Хейзенберг, я так понимаю, нам надо к нему идти в лабораторию. Точнее, даже не в лабораторию, на его завод. Им завод. Так, тут что у нас? Тут у нас что-то есть. Что у нас тут изучить? Бабочка с крыльями. Нет, тут нифига она. Куда идти дальше? Так, это мы здесь. Каменный пост слева. Что-то тут у нас вот сюда. Не, погоди, а тут кто стоит? А, ты стоишь. Так, давай посмотрим, куда нам надо отсюда. Нам надо что-то сюда, может, поставить, может, сделать. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Вот это вот, чаша. Чашу, естественно. И? Так, я не шевелюсь. Ага. Кат-сценка. Прикинь, такое вот реально сделать. Я даже не представляю, сколько надо потратить и ума, и средств, чтобы вот так вот сделать. Из воды поднималась такая вот офигенная фигня, которая я спускаюсь вниз. Куда-то еду. Спустился, меня заперли. А, нет, я опускаюсь. Я долго, как обычно, буду опускаться, ладно? Так, наконец-таки. С ребенком все будет хорошо. Будь спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двигай через мост. Сейчас только запишусь, Хейзенберг, и я приду за тобой. Двигать через мост, да, хорошо. Завод, такой прям вот реально перерабатывающий какой-то завод. Котельная, тут все как надо, электричество. А, Итан Уинтерс. Входи. А вот тут что у нас? Не думал, что Давай. Ты справишься с Донной Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миранде. Да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Да я вхожу как бы. Чтоб ты не задумал, я вхожу вообще без проблем. Ты что думаешь, я тебя боюсь, что ли? Я уже через столько прошел, Итан, что ну его нафиг. Давай. Правда, как с ним драться, если он управляет вообще железом? Я не представляю. Ну да ладно. Сейчас разберемся. Вот сразу. Реагент сразу. На тебе. Спасибо за реагент. А вот здесь что у нас? Вот тут надо открыть, да? Изучаем. Опа. Твою мать. Мия. Правда, глаза кладут? Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет, ты крепко ошибся. Сука ты. Завали, Бло! Прости, что вспомнил. Ты присядь. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс гигантская сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не усек. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Миранд? Я вообще не хочу быть в семье Миранд. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже.
Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткнись, урод! Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам напросился. Отпустил руку. Так, отпустил руку сам. Короче, там же вот этот урод, который за нами бежал в самом начале, когда нас поймали. Жуткий железный хрен. Вон он. Офигеть. Карлсон, Карлсон. Так, это все заставка. Я ничего не делаю. Так, я, наверное, сейчас побегу. Да, мне надо бежать. Бежать нет, закрыли, не успел. Наверх, хорошо, наверх перепрыгивай. Да перелазь ты! Так, все хорошо, бегу дальше. А тут надо присесть, окей. Да присядь, ты что, не можешь пройти? Прикалывайся, что ли, блин. Издевается надо мной. Так, а тут что? Тупик. Да, нет, плохо, мы другую сторону. Ай-яй-яй-яй-яй, что делать? Блять. Ай-яй-яй, меня сейчас он убьет. Да убьет, восстановить здоровье. Мне хана, мне хана. Пипец. Так, так, тут тупик. Куда двигаться? Куда двигаться? А, вот, вот, тупик. Вот. Вот вижу, вижу, вижу. Что у тебя? Не увидел в первый раз. Какой-то туннель далеко вглубь. Офигеть, офигеть. Какую-то шахту, да? Какую-то, так, начало так себе. Что это за тварь? Да какая-то мусорка это. Мусоросжигательный завод. Так, куда тут бежать? Не вообще, фиг что поймешь. Так, ну вот по желтым точно. Сюда берем, берем. Так, желтый. Смотрим желтую краску. Там по-любому будет какие-то... Ну, то есть та сторона, куда нам надо идти. Пока, вот все, вижу. Куда, сюда. Так, сюда. Сюда, на лестницу, да? Прыгай. Прыгай, прыгай, красавчик. Залазь, 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 залазь. Так, ну это наш босс по-любому будет, я имею в виду со сверлом хрен. Ох ты, блин. Умри, 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 умри. Так, кончаются боезапасы. Да, кончаются, кстати. Так, когда вы сдохнете? Ай, как больно. Как же больно. Так, перезаряжай. Так, все, хорошо. Мне надо реагент выпить, есть у меня? Да, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, давай, давай, бежим, бежим. Да, я вижу. Вижу, что надо сюда. Так, тут я взял, у меня закончились патроны. Давай скрафтим, давай скрафтим. Скрафтил перезарядочка. Окей, пошли. Как бы там ручка была. Офигеть, он вырывает. У него силища столько. Там ручка была, можно было вот так вот вниз потянуть, по идее, да? Ну, Итан у нас такой, нафига тянуть, если можно просто вырвать. Вырвать все с корнем. Куда-то вверх, куда-то в темноту, куда-то непонятно куда. Так, и... А, все, я... Ух ты, нихрена себе. Ну, как бы да. Подняться наверх. Серьезно? Так, выберитесь из фабрики. Аля, там трупы какие-то, какие-то машины, ладно. Ладно, хорошо, подняться наверх. Что нам стоит, да, подняться наверх? Так, у меня 15 патронов, это значит, что мало, мало тут всего. О, жердяй, привет. У тебя есть сохранялка? У тебя должна быть сохранялка. Открыть магазин. Не, давай сохранимся на ту же... Окей. Все, пока магазин мне не нужен. Хотя, подожди, мне нужны патроны на пистолет. Есть у тебя? Если только посмотреть витрину вон там. Нет, припасы. Мне припасы, мне припасы. Пожалуйста, пожалуйста. Да, и патроны на ружье. Тоже максималка. Хорошо. Так, ух ты, тут автомат есть. 180 тысяч, да, стоит?
Нет, 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 да, нет. Понимаю, не почему вам это приглянулось. О, ружье, смотри, ружье новое. Блин, очень дайте заманчиво. Знать, если захотите, счастливо. Очень заманчиво, но, блин, реально всего вонючих каких-то 15 патронов. 15 патронов я у него купил. Как это мало. Как же это мало. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Порох. Так, а это что? Какой-то запирающий механизм явно ломается. Ага. Давай его явно сломаем. Так, чувак. Хорошо. Минус один. Ух ты, блин. Да лучше... Так, минус два, хорошо. Окей, окей. Реагент взял, все взял. В принципе, я думаю, что у меня все нормально. Более или менее. Идем дальше. Идем дальше. Мы на чистый завод такой, чистейший. Так, что тут у нас не хватает? Изучить нет электричества. Соответственно, лифт не будет работать, да? Ага, ну ладно. Давай дальше пойдем. Я так понимаю, мы сюда вернемся с тобой, да? Пока. Папажджа, так скажем. Так, я... Кто-кто-кто... О, вон они. Вижу. Отлично. Ай-яй-яй, как же мало патронов. Дайте мне патронов. Отлично. Хорошо, хорошо. Дай патронов, пожалуйста. Дай мне... Мне нужны... Да не мне деньги. Нафига мне деньги. Так, череп. Череп это классно, но, блин, у меня нет патронов. Это очень плохо. Так, что у нас тут? Что у нас тут находится? Вот сюда по-любому что-то надо. А мне ничего нету. Так, реагент возьмем. Так, тут, тут он делает, короче, он делает биомеханику, я так понимаю, да? Полу людей, полу уродов каких-то. Дай карту. Ага, вот здесь я еще не был. Давай сюда зайдем. Заперто с другой стороны. Жалко. Хорошечно. Жутко. Тут вообще мрачно. Тут очень мрачно. Так, ну иди сюда, я буду стрелять, попробую с ближайшего расстояния. Пару патронов, да, надо тебе? Нет, нет, ничего. Ах ты, блин, одним патроном я, короче, сбил. Да, блин! Отлично, отлично. Я смог, короче, заблокировать, наконец-таки, первый раз, наверное, за всю игру, да, я смог заблокировать. Так, изучить. У меня есть отмычка, правильно? Давай, давай. Обломки собираю, все собираю. Отмычкой. Ну, пожалуйста, что-то ценное. Желтый кварц. Да, у него нет патронов, которые мне нужны. Хорошо, я могу их крафтить, в принципе. В принципе, если у него нет патронов, я смогу их крафтить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-любому этот хрен станет. Жуткий. Он сделал. Офигеть, если этой дрелью мне попасть в меня, точнее попасть, это будет просто трешаково. Так, что тут у нас? Шаблон барельефа какого-то. Так, сейчас этот хрен встанет, смотри. Нет, не встал. Я тебе говорил, встанет. А я тебе говорил, что он встанет. Нафиг, 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 куда валить? Да куда тут, откуда мы пришли? Откуда мы пришли? Я ничего не вижу, гребаные двери, тут вообще ничего не видно. Так, тут что у нас? Тут у нас нет электричества, замечательно. Короче, эта херотень пошла на меня. Так, а там были еще двери? А, там что-то было. А, нет, 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 там был тупик. Хорошо. Там был тупик. Спускаюсь вниз. Спускаюсь вниз. Это что у нас? Это что? Он может вот эту применим? Так, ух ты. И что она делает? А, форму заливает, помнил. Форму из металла заливает, да? Так, ну тут хрен отстал. Во всяком случае, я его не слышу. Это меня как бы радует. Так, барельеф с лошадью. Может, вот сюда его надо? Это полезная вещь. Подожди, полезная вещь. Куда эту полезную вещь воткнуть? Тут где-то было. Вот, вот сюда может ее. Барельеф этот с лошадью воткнуть. Где у нас? Да. Ну, ай, как хорошо, да, замечательно. Да как же замечательно, все тут рядом, все тут близко. Так, я вижу чувака, который стоит здесь. Сука, встает, не хватает ему одного моего выстрела. Так, о, лошадь какая-то, может ее забрать?
А, тут ключ надо. Ключ с лошадью. Хорошо. Ключ с лошадью. Так, я спрыгну. Я спрыгну второй раз. Окей. Я смотрю по сторонам, стараюсь. Патроны. Патроны к пистолету. Один? Серьезно? Или это для снайперки взял? Так, я хочу скрафтить патронов. И так, жизни у меня хватает. Патронов я скрафтил. Я могу еще скрафтить фугасные снаряды. Все. Перезаряжай. Так, я так понимаю, надо стрелять по вот этим красным, да, чтобы пройти здесь. Так, надо нацелиться. А, вот так, нацелиться, когда наверху. Вот смотри, она так вот. Оп, нет, еще чуть выше. Вот, вот так вот, оп. Опа, ну. Так, хорошо. Остановили одну. Окей. Так, теперь вот тут надо нацелиться. Вот пониже. Ой, хорошо, вот так. Оп, блин. Ай-яй-яй, хорошо. Патрончики, патрончики, патрончики. Конечно, они бесценны. Так, там хрен ходит? Нет, там двое их идет. Идет их двое. Блин, я бы... Так, убил, убил, убил. Один патрон потратил. Блин, как же вас много. Как же ежи вас много. Дай мне, у меня их 5 штук. Да, я брошу одну, пожалуйста. Брось и... Хорошо, двоих убил. Ну, должен был, да. Порох, 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 порох. Все, замечательно. Всех уничтожил. Так, тут, тут теперь. О, этого ранили, этого ранили. Так, с этой стороны я... Блин, да тут вообще надо супер хедшотером, да, быть, чтобы ее уничтожить. Вон она, где-то там крутится. Нет, не попал. Отлично, ты видел? Не, ну ты видел? До второго раза, причем прям идеально. Прям идеально. А тут целая куча у них. Тут целая-целая гора. Блин, ну тут много так. Вообще сложно промахнуться, да, будет, наверное? Раз. Ага. Давай, 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 целюсь. Два. Не туда, правда, целился, но попал. Три. И опять не туда целился, прикидываешь? Я вообще не туда целился. Так, центральная. Отлично, все-все-все-все-все, сделал. Сделал, сделал, сделал. Иди туда сюда, тварь. Иди сюда, скотина. Стрельнул. Короче, ему вообще в рожу лучше не стрелять, да, получается? Если я стреляю в рожу, я просто сбиваю ему панцирь. Перезарядка, 4 патрона. 4 патрона. Вот тут эти деньги мне сейчас нафиг не приснились. Так, ну это надо туда попасть. Это, в принципе, ну да-да, пока ее вот так вот. Опа! 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 Ну блин! Так, дай я попробую пробежать, не один патрон. Раз, два, погнали. Ай-яй, как хорошо, блин. Так, сюда можно по тебе попасть? Я не знаю, пригодится мне это или не пригодится, но я думаю, что... Вдруг мне надо будет тут еще проходить. А я думаю, что если эта фигня мне по голове стукнет... А мне мало не покажется. И много тоже не покажется. Вот тут сверху ручка, смотри. Вот она сверху ручка, но он почему-то как-то странно вырывает. С корнем, силища много. Итан, Итан, ты здоровый. Здоровый бык. Так, что у нас тут есть? Так, у нас тут тут что-то есть. Ого, подожди, что у нас вообще за карта? А там закрыто и там закрыто. С двух сторон что ли закрыто? Заперто с другой стороны, ну хорошо. Так, тут у нас чуваки, которые, я думаю, сейчас рано или поздно оживут, и мне будет просто трешка, кошмар и вообще жопа. Так, открыто. Теперь открыто это куда? Ага, в плавильню. Все, я понял, это та самая дверь в плавильне. Так, а тут надо как-то это взорвать. Давай кинем гранату, а что делать? У меня-то вариантов не так много, в принципе. Может быть, конечно, граната это слишком... Но что поделать. На ружье. Блин, патронов просто. Вот минимум. И все? Серьезно? Блин, как же жалко, что нету фонарик. А, подожди, вот еще. Тихо, тихо, тихо. Цилиндр я взял. Чем непонятно. Ну надо. Надо раз взял. Наверное, сюда может его воткнуть сразу. Резервный генератор. О, наверное, нужна шестерня. А цилиндр? Давайте цилиндр. Блин, а куда идти-то? А, вот вижу. Ну, вижу проход слева. Для дробовика хорошо, спасибо.
Там есть другой. Можно этот продать дробовик, а купить более наворочен и его прокачать. Мне кажется, это будет логично. Мне кажется, это будет правильно. Так, куда мне идти? Да, я вообще хожу. Так, тут... пожалуйста, дайте скрафтить. Ну, пожалуйста, блин. Ну, дробовик... А, может, ножом можно? Может, можно ножом? Да, отлично. Зачем я тратил патроны? Вообще замечательно. Так, я в каком-то непонятном месте. Механический боец-солдат, версия 1.00. Взял труп взрослого мужчины. Удалил сердце и ставил коду. Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мозг мертв, поэтому он лишен разума. Ходит, повинуясь инстинкту разрушения, а потом останавливается. Механический боец-солдат 1.01. Прикрепил оголовье к черепу. С электродом считываются стабильные мозговые волны. Первый эксперимент боя с оборотнем. Разобран на части и съеден за 3 минуты. Поражающая способность и убойная сила недостаточны. Механический боец-солдат версия 1.10. Заменил нижнюю часть руки буром. Это вот того мы видели. Недостаточно энергии для эффективной маневренности. Может, здесь живое тело? Механический боец-солдат версия 1.15. Установил коду реактор в грудь. Запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент. Бой с оборотнем. Убил 3 оборотней за 1 минуту. Хороший результат, но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. Это нам, наверное, подсказка к будущему боссу. Который нас, я уверен, что ждет. Вот тот самый, от которого мы уже 2 раза бежали. Так, теперь открыто. У меня, знаешь, что есть? У меня есть, короче, какая-то шестерня. Куда ее применить, я не знаю. Это что? Это литейная машина. Это переключатель, но нет электричества. А вот это ключ Гейзенбергера. Так, ладно. Мы вышли. Я даже не знаю, куда мне идти, что исследовать. Ладно, похожу пока. Так, там, где записка, ребята, где мы прочитали, оказывается, тут есть сундук. Я его вот открыл и взял шаблон шестеренки. А нам вот сзади как раз таки была нужна шестерня. То есть мы идем сейчас заливать. Заливать это все. А где нам литейня у нас? Литейная у нас прямо. Хорошо. Хорошечно. То есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну тут придется с ним драться. Я думаю, мне надо придется с ним драться, если он выйдет. Возьму в руки я гранатомет. У меня там что-то было. L2X, давай перезаряжай. И стрельну разочек гранатометом в этого чувака. Так, а теперь с ружья стреляю вот в эту фигню. Хорошо, разок попал. И еще разок попал. Хорошечно. Все, он сдох. Ух ты, нифига себе, он развалился. Так, кристаллическое сердце я взял. Еще тут все что-то взял. Так, литейня. Литейня, литейня, литейня. Вот сюда у нас. И мы шестерню сделаем, и все будет круто. Там рядом прям шестерня, куда нам нужна была. Где-то недалеко. Заливаем, заливаем. Смотрим по сторонам в это время. Ну, вроде тишина. Угу. Так, что тут у нас? Взять шестерню. Да, та самая, которая нам нужна. Да, замечательно. Она где-то тут, по-моему, нужна была нам. Где-то вот прям вот шестерня нужна. Нужна это вот что у нас тут? А, литейная машина, переключатель. А где шестерня? Это она прямо тут была. Ладно, сейчас побегу к ней. А, вот она. Прям здесь и была рядышком. Говорю, где-то прям вот рядом. Окей, вставляем. И что нам происходит? Ага, мы что-то включим. А, мы что-то откроем. Мы что-то открыли. Ух ты, блин, да как же хорошо. Да появился свет. Как же мне нравится, когда появляется свет. О, Итан, какое разочарование. О, тут трупы, кстати. Я мечтал, что... Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Этой сучары Миранды. Откуда? Я очень разочарован. Так, тут этот хрен, я знаю, что кину. Я кину в него вот этот динамит. Один прям вот так вот. Он прям тупит. А я кину. Она похитила меня. Марк, я думаю, что надо детьми. Стрелять именно в сердце. Заперла нас в деревне. Мы прислужим люди десятки лет. Ты хоть понимаешь?
Насколько это унизительно? Так, чувак, это очень унизительно, но мне бы вообще пофигу. Так, я не такой, как сестры. Я хочу лишь освободиться от этой сучары. Мне нужна сила. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Так, патроны для ружья. Вот плоды моих стараний. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Зря ты отверг мое предложение, Итан. Ну и урод. Согласен. Вот не могу не согласиться. Полный урод. Так, ладно, куда нам надо идти? Кто сюда вообще забежал? Куда? А вот тут вот что у нас? Тут есть нифига, да? Я отсюда пришел, по сути. А что я тут взял? Что я тут вообще был? А, тут, кстати, лестница где-то наверх есть. Вот она, да. Здесь я. Второй этаж. А я думаю, не может же быть, чтобы меня... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вижу. Так, давай стандартным методом. Кидаю эту штуку. Беру ружье. Так, и стреляю ему в грудь. Отлично. Хорошо, перезаряжаю. Он... нервничает, а я еще давай разок, хорошо. Серьезно? По-моему, последний патрон был зря выстрелен, но может и не зря. Так, я тут по кругу хожу, погоди. Нет, не по кругу, он отсюда пришел, этот хрен. Так, тут что-то лежит. Фугасные снаряды. Да бери ты фугасные снаряды, ты что, прикалываешься, что ли? Фугасные снаряды. Мне, кстати, надо... перезарядить бы, знаешь, как я сделаю? Я вот пока вот есть время, я вот сразу перезаряжу ее. Вот так вот, опа, и возьму в руки ружье, потому что я знаю, что потом иногда у меня просто не будет на это времени. Мина вообще замечательно. Мина это, кстати, можно мину еще ставить на этих. Блин, а тут вас дофига, да? Давайте. Хорошо, подходите еще побольше. Сразу, это ж ружье. Я помню, раньше ружье прям хорошо долбало по несколько человек. Вот прям их можно было прям пачками садануть и все. Че, да серьезно, что ли? Ну нет. Серьезно? Ты че, прикалывайся? Очень плохо. Очень-очень плохо. Плохо из-за отсутствия вообще этих как вот. Так, тут что-то может лежит. Мина еще одна. Ой, нам дают мины. Я тебе говорю, надо мину было ставить на этого. Ну, кто знал? На этого козла. Так, что у нас тут еще есть? У нас тут есть. Что тут? Тут вот эти радиоактивные, мне кажется, надо по ним, чтобы стреляло. Так, отсюда я выходил. А вот фиг его знает. Не просто ж так меня сюда по-любому завели. О, вот что-то тут есть. А как сюда пройти? Надо полностью по кругу. Или не полностью. Вот идти, я не знаю. Мне кажется, я могу, конечно, в них стрельнуть, попробовать. Вот тут я не был. Тут какой-то двигатель. И все? Да, ну... А, вот это... Еще выше. Это еще выше, или я куда-то спускаюсь? Я что-то заблудился, если честно. Так, ну тут я... Кто? Откуда? Откуда? Какого хрена? Подожди. Да беги. Подожди. Мина. При социальной дистанции. Не дали социальную дистанцию. На, мину. Ай, как хорошо. А у него, может, сзади эта фигня лежит? Я не понимаю, где, почему я его не убиваю. Еще мину, еще ставь мину. Ай, хорошо. Ох, тварь. Там же надо стрелять по его этому, как его. Так, тут у меня нет оружия, тут у меня чуть-чуть. По его... Даже быстро. Спине, вот в эту точку красную. О, ружье, хорошо, перезарядка. Так, тут что у нас? Тут ничего, у нас тут проход. Ну, я буду ножом. Я экономный, нафиг надо. Я тебе говорю, экономнее меня не бывает, когда речь идет о одном даже патроне. Так, мы куда-то пришли. О, мы можем нажать. Точно. Мы же включили электричество. Я вообще забыл.
Если честно, что мы тут сделали? Так, хорошо, проходим дальше. Ой, я прям чувствую, что тут что-то опять этот хрен появится. Или нет? Так, а слева ничего. Хорошо, идем сюда. Тут что у нас? Разбиваем, окей. Так, блин, а тут какая-то трэша. Ну-ка, естественно, естественно, на тебе мину. На тебе мину, тварь. Иди сюда. Не ожидал. И еще сразу одну мину. Я не знаю, как его правильно убивать. Я лучше еще одну поставлю. И вот сюда ты. Вот так. Хорош, две мины. Я, возможно, сейчас прям очень зря это делаю, что трачу мины на этого урода. Но... Ну, что делать? Так, еще пистолет. Окей. Ой, пистолет, говорю, дверь. Дверь, которую можно открыть только с помощью разбивания этих штук. Захожу. Ай-яй-яй, ёлки-палки, ни хрена себе. Убегай, 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 убегай. Давай, 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 беги, 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 беги. Так, что тут? Слева, 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 давай, давай. Чувак, прячься, чувак, прячься. Этого мало, мало. А, не, нормально, серьезно. Так, а куда мне? А, сюда мне можно, вот, сюда мне можно, а тут куда? А тут я бегу. Тут я бегу, тут я бегу, а тут что? Могу я нажать рычаг? Так, что-то происходит, что-то поднимается. Так, ну я могу наверх еще и лифт, что... А! Это ты приехал, здорово. Ну что входите, у тебя? Входите, входите, у меня всегда есть новинки. Да ты че? Это хорошо, что у тебя есть новинки, покажи. Ах, да. Я тебе говорю, я сейчас сделаю вот так вот, я продам вот эту всю фигню. Помалу, помалу, а там, так, глядишь, будет много. Шестерня, запчасти, цилиндр. Может, я его потом соберу. Знаешь, у меня 170 тысяч. Я хочу продать свое оружие. Прошу вас, изучите мои новые товары. Вот здесь. Старое ружье мое старое я продаю. Яну. Да, 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 да. За 29, хорошо. Я тебе его продам. Вам это больше не нужно? Нет, не надо мне. И здесь я куплю новое ружье. 56, 68. Вот это я хочу. Да. Сможете выкашивать толпы тварей. А, я знаю. Блин, а оружие вообще, он патронов, он, короче, мне вообще не дает. 100 тысяч, это что такое? А, фигня, фигня, фигня. Так, а как я купил, как называется? Так, помповое ружье. W870. Ничего нету на W870. Каких-нибудь улучшений, пожалуйста, на W870. Вот, отлично. Купим, установим. Вот. Хорошо, установили сразу. Так, еще ничего больше нету на W870. Нет, окей, хорошо. Купили, 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 купили. Теперь давай в улучшалки мы зайдем. А это инвестиции. И вот мы улучшим свой пистолет. Единственный. Ага. Урон, естественно. Здесь вот все я полностью улучшаю. Да, 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 да. Ага. Ага, ага. Так, улучшу боезапас, улучшу... А, у меня 2000, серьезно? Офигеть, офигеть, герцог, герцог. Интересных приключений. Шел нафиг со своими интересными приключениями. Ладно, ребят, серия насыщенная, серия интересная. Я надеюсь, в следующей серии мы доберемся до Гейзенберга и уничтожим его. А понравилось видео... Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор прохождения летсплея. Подписывайся на все социальные сети, все ссылочки в описании. Также в описании все прохождения Resident Evil номерных частей от 0 до 8, которые ты сейчас смотришь. Ну а мы увидимся в следующем видео. До встречи. Пока!